Итак, всем привет, владельцы Porsche Cayenne 955 с 2000 там какого-то года, такого-то года, хер его знает до какого года. Сегодня на парковке ремонтируется моторчик омывателя. Снятый он выглядит вот так. Расположен он, для тех, кто не знает, вот здесь. То есть в этой части крыла. Для того, чтобы поменять, требуется снять колесо, потому что иначе никак. У меня идет головка на 19 на снятие колеса, на вот эти огромные болты. Для снятия подкрылка понадобится Торкс Т20, головка на 10, ну и если был колхоз, то крестовая отвертка. А моторчик вытаскивается легко, легким движением вверх, чуть-чуть с небольшим усилием. Осторожнее, потому что вся вода, которая была в бачке, начнет сразу хлестать вверх. В принципе, можно зажать пальцем, ничего не убежит. Весь ремонт занимает примерно минут 15. Ничего сложного тут нету, как на Жигулях. Так, ну и в продолжение. С 2004 года здесь стоял ВАК, и вот только сейчас он умер. Поставил я себе в Стеллакс, особо заморачиваться не стал. Заказал я его с автодока, чего уж там, пускай будет реклама, за 322 рубля с учетом доставкой. В принципе, проверил, все работает как надо, как часики. Сейчас видюшку одну со второй смонтирую. Зажигание. Все льет, спереди льет. Сзади, ну, а сзади тоже льет. Ну, сзади форсунки нету, поэтому льет по-шлепански. Так что Ура, заработала! всем бобра, всем пока.